Всем добрый день, меня зовут Сычев Александр, я менеджер отдела продаж Kia компании BCR Motors. Сегодня я представляю вашему вниманию автомобиль Kia Picanto. Обратите внимание, передняя часть автомобиля украшена решеткой с хромированной вставкой, которая ярко подчеркивает переднюю часть автомобиля. Передняя оптика светодиодная, ходовые огни светодиодные, также передние противотуманные фары. Колесные диски 15 радиуса с легкосламными дисками ярко подчеркивают дизайн автомобиля. Дорожный просвет, как вы заметили, 161 мм. Задняя светодиодная оптика, камера заднего вида и задние парктроники. Все это опционально присутствует в комплектации Prestige. Короткие свесы автомобиля позволяют прекрасно запарковать его в любом удобном месте. В данной комплектации представлена приборная панель SuperVision, мультимедийный руль, управление аудиосистемой на руле, кнопки ответа приема вызовов, круиз-контроль с ограничителем скорости, 7-дюймовый дисплей с функцией подключения телефона Android Auto и CarPlay, удобный блок климат-контроля. Также автомобиль оснащается теплыми опциями, таким как подогрев сидений, подогрев руля, подогрев лобового стекла. Базовая комплектация Kia Picanto оснащается двумя фронтальными подушками безопасности. В нашей комплектации Prestige дополнительно боковые две подушки безопасности плюс задние дисковые тормоза. В дополнение хотелось бы сказать, еще есть приятная опция, как макияжное зеркало со светодиодной подсветкой. Приглашаем всех на тест-драйв любых моделей Kia на новой Куприбое 4 BCR Motors.